Хочешь петь и быть знаменитым? Хочешь зарабатывать много денег и собирать полные залы? Хочешь стать настоящим артистом и поехать на Евровидение? Нет ничего проще. Крути свои клипы на М1. Но помни, у славы слишком высокая цена. Об этом мой новый жирный клип на песню «Жить легко». СМИ сообщают о том, что участница Евровидения 2009 Светлана Лобода после возвращения заперла свою киску. Мы связались с близкими друзьями певицы. Мы узнали, что Светлана отключила телефон и прекратила всякое общение с близкими. Ну что, Лобода стала членом одной из религиозных сект. События последних месяцев, связанные с Евровидением, разрыв с прежним менеджментом, отсутствие личной жизни привели к глубокому стрессу. И, как следствие, певица оказалась... ...певицу к полной изоляции от внешнего мира. Жить легко! На уме у них одно. Кто сказал, что им легко? Либералы, культуристы, анархисты, таксисты, фетишисты и полно. Всем теперь так нелегко. Отчего же так все случается? Жить как хочешь не получается. Вот как видишь, и ты попал. Ну скажи мне, кто тебе сказал, что? Она отказалась от услуг менеджеров и агентов. По всей вероятности, это конец. Скандалисты, фабриканты, живодеры.